Продолжаем выпуск. Наш земляк, композитор, автор песен «Товарищ», «Девушка из Полесья» Олег Иванов поздравил Алтайский край с 80-летием. Артист выступил на концерте, посвященный юбилею региона. Он прошел сегодня в Театре драмы имени Василия Макаровича Шукшина. Взмахну крыло, полью стрекой, из края в край пройду весь мир и не найду другой такой земли, как ты, моя Сибирь. С творческими номерами выступили и другие именитые земляки. Актер театра и кино Алексей Черных прочитал отрывок из рассказа Василия Шукшина. На сцену с музыкальным номером вышел солист Москонцерта Александр Гладков, а артисты ансамбля «Песни и танцы Алтай» показали фрагменты спектакля по рассказам «Шукшина. Жил человек». Алтайский край богат на таланты, отметил в своем поздравительном слове глава региона Александр Кардин. Мы гордимся всеми, кто своими делами формировал интеллектуальную сокровищницу и материальное богатство Алтая. Кто пахал землю и сеял хлеб, строил мосты и заводы, создавал семьи, растил детей, воспитывал новые поколения граждан нашего благословенного, величественного и устремленного в будущее Алтайского края.